А, короче, ко мне тут вчера в Твиттере пристали с интересной довольно коллизией. А во Франции девушку арестовали и приговорили к 4 месяцам исправительных работ за то, что написала в Фейсбуке, что правильно французского учителя казнили, отрезали ему голову и все такое за демонстрацию карикатурного пророка Мухаммеда, потому что, значит, свобода слова, она должна быть ограничена. На что суд ограничил ее свободу слова и приговорил к 4 месяцам лишения свободы условно. К обязательным работам хотел, но не приговорил. Многим в этом месте видится интересная коллизия. Вот девушка впряглась против свободы слова, и ее свобода слова была попрана. На самом деле, с одной стороны, мы, конечно, можем здесь сослаться на попперовский парадокс толерантности, никакой свободы врагам свободы. А с другой стороны, слушайте, идите вы нахуй, это неинтересно.